Просека. Да. А как ты думаешь, то, что Ирма конченая, это сплетня? Нет, это факт. Точно. Ты знаешь, может быть, она конченая, потому что ей изменяет муж? Слава богу, мы решили не сплетничать. Слава богу. Кто мы такие, чтобы судить этого долбоеба? Долбоеба. Раз, два, три. Да. Доброта. Ой, моя. Но это было очень смело. Ага. А что было? Ну, ты выиграла костюм вечера. Но я не участвовала. Как это? Сельдь под шубой? Съела всю сельдь под шубой. Это не мою. Да. Но тебе очень хорошо. Нет, мне очень плохо. Ой. Отвечай, Антош, если бы я была твоей бывшей, ты бы меня любил? Любил. Как любил? Не любил. Как не любил? Там же нет правильного ответа. Ну что ты плачешь, Занька? Мы же просто играем, это игра. Хорошая. Угу. А может быть возьмем аскезу на алкоголь? Подожди. А нет такой возможности. Угу. Может быть, возьмем аскезу на сладкое? Поняла. Угу. А может быть, мы возьмем аскезу, чтобы не встречаться с долбоебами? Катюш, ну давай что-то более-менее реалистичное. Я придумала. Мы возьмем аскезу, чтобы никогда не брать аскезу. Это офигительная идея. А напомни, что такое аскеза. Возьму-ка еще одну аскезу, чтобы не общаться с идиотками. Я не поняла. Дочь, ну идем салат вместе будем готовить. Почему мы поругаемся? Почему мы поругаемся? Да почему мы поругаемся? Это добрый семейный праздник! Почему мы поругаемся? О! И колбасу из холодильника захвати. Ба. Какое оливье без колбасы, дочь? Вредная? А ты вредная, мать в инсте заблокировала. Чего? Какие личные границы, дочь? Я тебя 12 часов рожала. Меня вот так вот, не к столу будет сказано, на живую вот так вот. Да. Все, отец, доставай раскладной стол. И ради бога, надень штаны, скоро гости придут. Антон, не бывает праздничных трусов. Так. Все, ты сиди в трусах, ты без оливье, я к тете Люде провожать старый Новый год. Забираю с собой. О, а давай ты в этом году мне подаришь что-нибудь не банальное. Давай. Подарю тебе чувство вкуса. Ах ты супер. Тогда я подарю тебе чувство такта. Тогда я подарю тебе мозги. Как ты подаришь мне то, чего у тебя самой нет. Давай просто сертификаты подарим, как в прошлый раз. Давай. Сертификаты супер. Люблю. Сыночка, да откуда ж я помню, во сколько ты родился? Что было больно, а помню, что твой отец выписку пропил, тоже помню. А для чего? Какая Юля, какая совместимость, какая натальная карта? Сейчас твоя Юлька эту натальную карту на тебя оформит, а кредит по ней кто будет выплачивать? Я? Какая астрология? Забудь, не верь эту в ту. О, шепсики мои любимые.
Катя, на Новый год нужно загадать желание и обязательно его съесть, иначе оно не исполнится. Ага, поняла. Угу. Катя, кажется, ты ничего не поняла. А, это и было твое желание? Тогда поняла. Хочу себе новую подругу. Не тупую. Оль, возьми денежку. Ольга, возьми денежку. Оль, возьми, возьми. Да ё-моё, возьми ты эту денежку, ёкарный баба. Ты нам всё тебе, Катя, скажи. У тебя мальчик-то есть? Нет? Ну, может, ты водочки хочешь выпить? Конечно, хочет. А лучше с нами, чем где-то в подъезде. Тем более маме твоему не скажем. Или это чё? Или это этот, подержи-ка. Как они там? Кринж с тетками пить, а? Ну, тихо, все, тихо. Оля, у меня в твоем возрасте уже двое детей было. Горжусь. А он у Кати уже в этом возрасте три развода. Бывает, Кать, бывает. Ладно, Оля, за тебя, за нашу молодежь. Ой, где мои сапоги? Иди сюда, иди. Черный ворон, что ж ты вьешься? Она не подпевает. Она не подпевает. Нет, ты не подпеваешь. Ты не подпеваешь. Это что? Это что такое? Это не могут только свою инстасамку. Или Моргенштерна. Да, ой. Тьфу, блин. Мне водку плюнула. И запомни, ты теперь не пацан, а чушпан. И ты теперь с улицы. Почему? Потому что мусор опять не выкинул. Чего? Матери не извиняются. Чушпан. Какой-то сон, пятисон. Кощей! Ой, отец! Вторая серия!